Мы в школу провожаем тех, кто нам друзья. Дороже всех, кто нам роднее всех на свете. Конечно, это наши дети. Большое плавание от нас. Они уходят в первый класс. От всей души мы им сейчас, давайте скажем, добрый час! Yeah.
переполняет разными чувствами. Хочется и плакать, и смеяться, и воспитателей обнять, и детство золотое вспомнить. Выпускной – это всегда волнительный и трогательный день. Все в сборе, и мы начинаем. Как готовился к нему наш детский сад, репортаж нашего корреспондента. Ленинградский проспект, дом 101, корпус 3, у ворот детского сада. Дорожки уже чистые, на всех участках наведен порядок. Вот эта дверь открывалась перед каждым ребенком каждый день. И заходя в эту дверь, каждый ребенок мог почувствовать тепло и уют этого дома, почувствовать запах любимых запеканок и пирожков. Сейчас мы проходим в группу 10-4 года. Дорогие девчонки, мечтали, играли и дружили наши выпускники. Сейчас здесь тихо. Где же все? Конечно, в зале, где начинается все самое интересное. Зал, как слышно. Молодцы. Лето красное промчится, зазвенит звонок веселый. С ярким праздничным букетом я пойду учиться в школу. Зашагаю по дорожке, праздник новый за спиной. Ручки, книжки, тетрадки не забуду взять с собой. Буду в школе, я стараюсь, лишь так много надо знать, чтобы новенький дневник ведь пятерки получать. Посмотри, как все выросли. А ведь совсем недавно они шли в детский сад, спотыкаясь, плача, обнимая свою любимую игрушку. Внимание на экран! Нас приветствует младшая группа. Здравствуйте, дорогие малыши! Ой, да вы уже не малыши, а выпускники. А совсем недавно вы были вот такими же маленькими. И вам желаю больших успехов, чтобы вы учились на одни пятерки и не забывали наш детский сад.
Все-таки дети разучивают польку, вальс, чайстон, спинки ровные, красивые. Посмотрите, как четко все движения выполняются. Come on and round and up and down we go.
друг на друга. Мы учились считать, узнавали тайны, прочли кипу книг, занимались спортом и веселились на праздниках. Вспомним, как жилось нам в детском саду, что было интересного, что запомнилось. Молодцы!
Когда я вырасту, я стать полицейским хочу, потому что он охраняет город. Я хочу стать чемпионом мира по шахматам, потому что я буду ездить по разным странам. Я хочу стать изобретателем, потому что и мне я люблю строить летающие скейты, машины. Я хочу быть боксером с моей сестрой. Защищать. Я хочу стать ниндзя и спасать всех людей. Я хочу быть следователем, чтобы расследовать все преступления. Я хочу стать строителем, потому что я все люблю строить. Садики, мерзкие скробы, дома, дороги. Я хочу работать в парке, детей катать на лошадях, чтобы всем было весело. Я мечтаю стать пилотом, чтобы летать по разным странам. Когда я вырасту, я стану поваром, потому что я хочу вкусно готовить. Я хочу стать полицейским и ловить преступников. Когда я вырасту, я хочу стать военным инженером, потому что я люблю собирать танки, делать самолеты и машины. Когда я вырасту, стану моделью, потому что я красивая. Я хочу стать стюардом, потому что люблю летать на самолете и приносить людям еду. Когда я вырасту, хочу стать ветеринаром, потому что я люблю животных. Я хочу стать доктором, чтобы лечить, помогать людям. Когда я подрасту, я хочу стать парикмахером, чтобы у людей были красивые прически, и они восхищались, что у них красивые прически. Я хочу стать стоматологом, чтобы людям улыбку делать. Я хочу стать стюардессой, потому что мне очень нравится летать в самолете. Я ж хочу артисткой стать, чтоб на сцене выступать, чтоб цветы всегда дарить. Обо мне лишь говорили, то в кино меня снимали, роли главные давали. Много денег получишь, то хочу все покупать. Почему же ты молчишь, ничего не говоришь? Коля будет меня учиться. Ой.
желаем им удачи, чтобы решили все задачи. Эх, как быстро пролетело время. Я не сомневаюсь, что наши ребята будут часто вспоминать детский сад. Ведь у них здесь была очень интересная жизнь. Да. Концерт идет. На саду встречали ласку, добротой и тепло. Вечером читали сказки, детский сад наш общий дом. Приучали нас в порядку, чистоте и красоте. Рано утром на зарядку дружно вставали все. Доставить радость поспешим мы воспитателям своим. Родные, милые, для вас танцуем мы прощальный вальс. Thank you.
добрыми, отзывчивыми, любознательными и трудолюбивыми стали ваши дети. Мы все старались, чтобы они научились как можно большему, болели как можно реже. Научились только самому хорошему, а вы, родители, могли всегда ими только гордиться. Спасибо. 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 Пора сказать вам до свидания, но все равно не будем мы грустить. Сегодня хочется на празднике прощания лишь добрые слова, слова всем говорить. Им даже в выходной.
спасибо педагогам, сотрудникам спасибо за то, что чувства эти мы будем в жизнь нести. Вы сделали так много и были так красивы. Так пожелайте детям счастливого пути. Вы сделали так много и были так красивы. Так пожелайте детям счастливого пути. Вашего инструктора по физической культуре. Ваши замечательные воспитатели и помощник воспитателя с такой любовью, тепло. И до такой степени мы теперь выросли. Спасибо им большое. Большое музыкальному руководителю, благодаря которому.
прекрасные шедевры, которые сейчас вы тоже видели, прекрасный выпускной бал. Спасибо всем сотрудникам нашего детского сада, которые трудились, работали в стенах, и повара, и работники постирки. Всем-всем надо сказать, ребята, что большое спасибо. И я так думаю, что мы будем гордиться вами, когда вы пойдете в школу. И я так думаю, что ваши родители будут также спокойны за ваших детей и в школе. Что будет все замечательно и прекрасно у вас. Вот. И я желаю вам, вы сегодня говорили замечательные слова, кем бы вы хотели стать. Смотря на ваши таланты, вы будете и прекрасными летчиками, и художниками, и милиционерами, и манекенщицами. Самое главное, чтобы вы были хорошими людьми. А уж как талантливы ваши родители, можно судить по вашим детям. И я так думаю, что вы эти таланты уже передали ребятам, а ребята их только будут развивать. Ну что ж, я желаю вам, дорогие родители, всего самого хорошего. Я так думаю, что наши, ваши дети, нас и вас не подведут. Всего вам хорошего. Вручение дипломов. Дипломом выпускника награждается Полищук Даниэль. Дипломом награждается Новик Павел. Дипломом выпускника награждается Ядов Федор. Дипломом выпускника награждается Рудковский Максим. Портфель дайте ему. Он не уйдет, молодец. Диплом награждается Мирзаян Михаил. Дипломом награждается Королёв Вадим. Дипломом награждается Сучилин Владислав. Дипломом награждается Нурбандян Григорий. Дипломом награждается Теплов Сергей. Дипломом награждается Карнатовский Даниил. Дипломом награждается Сикбатулин Руслан. Дипломом награждается Мыскина София. Дипломом награждается Соколова Виктория. Дипломом награждается Соколова Полина. Дипломом
Семенина Элина. Добивались.